Вот. Здесь вы видите предметы быта, которыми пользовались жители нашего села в конце 18-го, начало 19 века. Особое внимание я хочу обратить ваше внимание на ханоцир. Ханоцир подвешивалась на бечевках, на крючок к потолку, вот, наливала горизонтально, наливалась туда кислое молоко. А, я знаю. Вот, немного теплой воды, закрывалась крышка и взбивали. И масло получалось. Получалось сливочное масло, взбивалось в комочки, потом масло это собиралось, промывалось в холодной воде, и получалось очень вкусное сливочное масло. А то, что оставалось, тоже употребляли в пищу, называлось арьян. Русские называли арьян, а армяне называли тон. Тон. Сейчас продается в магазинах, ну, конечно, никакие сравнения не входят, но арьян это айран, айран. А по-армянски там. Там. У армяне очень много диалектов, и вот на одно. Но наш местный армянский. Это на ереванском было. Там. Наш тон. На нашем. Вот, пожалуйста. Вы записали? Ничего.